Сегодня буду собирать образ с широкими джинсами. Это модель White Leg, которая сейчас очень популярна. Дословно переводится «широкая нога», то есть это широкие штанины от бедра. Знаю, что многие не любят такую модель за счет того, что якобы ноги становятся шире. Но на самом деле здесь очень крутая модель для коррекции фигуры. Если у вас, например, недостаток бедер, вы хотите сделать их шире, отлично поможет такой вариант. Если у вас широкие бедра, как у меня, это наоборот, широкая штанина, она скроет ширину бедер и непонятно, какой же у нас там обхват. Блуза у нас полупрозрачная, можно использовать боди. Либо я добавила вот такой вот короткий топ трикотажный. Такая блуза создает прям игривое настроение. Добавляем казаки, это тоже один из элементов стиля боха. К нашему образу украшения выбрала в серебряной фурнитуре. И также на ремне у меня серебряная фурнитура. То есть верхняя одежда у меня будет куртка-косуха. В образе используйте разные текстуры, например, кожа, шелк, деним. Смотрится это супер. Еще один элемент стиля боха, это, конечно же, бахрома. Тоже выбираю сумку в светлом цвете. И вот такой лук с широкими джинсами у меня получился. Пишите в комментариях, как вам такой формат и как вам образ.